Ну что, всем привет! Снова новое видео. Сегодня отправляемся, как вы понимаете, в горы, а именно к Цейскому леднику. Не знаю, получится ли подняться, работает ли там канатка или нет, но я хочу доехать до горнолыжного курорта Цей с такими вот прекрасными горами, видами. Дорога сюда пока, как вы видите, асфальт, а я уже, в принципе, километров в 10, даже, может быть, меньше. Поэтому, в принципе, сюда можно приезжать на любой машине, что, конечно же, радует. В общем, надеюсь, будет интересным видео. Погода просто шикарная, солнечно, тепло. И я думаю, что красота откроется во всем великолепии, потому что нет, в принципе, никакого тумана, ни густых каких-то облаков. Все круто. Давайте наслаждаться поездкой. А я продолжу дальше движение вверх или вниз, там то вниз, то вверх по серпантинам. Так, продолжаю ехать. В общем, должен предупредить. Так как вначале я сказал, что дорога тут супер асфальтированная, хорошая. Ну вот, буквально через метров 100 я проехал, и здесь началась грунтовая дорога. В целом нормально, опять же, можно на легковушке проехать, пока не вижу проблем. Ну что, я доехал. В общем-то, та дорога, которая была немного неровная, ее реально там метров 200-300. И сейчас я топаю на подъемнике. Надеюсь, заберусь на подъемниках уже на сам ледник. Сейчас посмотрим, сколько это стоит и как вообще это выглядит. Надеюсь, там не холодно, потому что я забыл свою кофту теплую, но у меня есть ветровка. Думаю, этого будет достаточно. Вон, пожалуйста, кафе Дель Вейс. Все есть. Здравствуйте. Подняться. Отлично. Куда платить? Так, ну что, наслаждаемся видом. Главное, ничего не уронить отсюда. Мы уже фактически не на месте. Начинаем готовиться. Фу, так вот, подъем еще нам предстоит, оказывается. Целая тропа еще на самую верхушку. Так что, в общем-то, приключения еще впереди. Так, ну что, поднимемся еще выше.
какое-то сооружение. Ну а выше здесь тропа. Вот так вот проходит. Сейчас пойдем по ней. Вот ее начало. Главное успеть до 15:45, а то придется спускаться пешком. Но спускаться это не подниматься, поэтому, в общем-то, и ладно, прогуляюсь. А так, конечно, да, лучше пораньше приезжать. Я, к сожалению, приехал сюда довольно так поздно, там, в районе 2 часов. Двух дня. Фу, ну и воздух, конечно, такой чувствуется. Разряженный. Ну что, часть пути я уже преодолел. Наверное, где-то треть. Ну, довольно недалеко, но подъем такой прям хороший. В условиях разряженного воздуха прям хочется, ну, не можешь надышаться нормально. Вот, а так, в целом, вполне. Очень красиво, все в снегу, хочу дотронуться до снега. Вот он тут, прям рядом. Вот он. Ну ничего, мы до него дотронемся, потому что там, либо на обратном пути, есть места прям, к которым можно подойти уже к снегу. Ну что, буду продолжать двигаться дальше. Фух. Вот уже и дождик небольшой начался. Так что будьте готовы, берите с собой ветровочки, непромокайки. Здесь ближе к подъему, к горе. Все сгустилось. Фух. Решил я все-таки надеть ветровочку, а то я уже мокрый. О. А тут прохладно, и можно себя застудить. Ну, пожалуй, я поднакину. Ну и плюс такой снежок, что ли, то ли дождик подсыпливает. Хотя сейчас уже закончился. Вот и снег. Пошел такой нормальный дождь, поэтому надо бы обратно двигать. Там видно водопад, но дождь пошел. Надеюсь, вам больше повезет. Наслаждаться просто видом, постоять. Ну что, ребята, я уже вот так вот, даже с капюшоном, на фоне этого прекрасного вида, пойду вниз, потому что ветер, дождь. Не, конечно, в теории можно было бы дойти, но я думаю, еще дойду. Хорошо, что я взял ветровку. А не наоборот, не забыл ветровку, а кофту взял. Ветровка здесь гораздо
гораздо нужнее. Сейчас бы я был бы мокрый. Так она держит пока. Такой мелкий дождик. Вот буквально чуть-чуть спустился, и все. Здесь уже меньше дождя. Но на самом деле мелкий. Мелкий, но просто не очень кайфово было бы подниматься. Это уже из разряда типа выживания, знаете. Думаю, что не стоит рисковать так. Вот снег. Давайте дадим должное снегу. Потрогаем его. Ну что, в начале июня вот такой снежочек. Красота. Я доволен. Родственники, как всегда, переживают, что здесь дорога не та. Не знаю, там опасность и все такое. Но на самом деле дорога абсолютно нормальная. Никаких препятствий. Приезжай, гуляй, наслаждайся природой. Так что все здесь в целом в порядке. Обязательно, обязательно нужно сюда приехать. Это уже туман спускается. За ветра не закрылся. Это будет вообще облом. Может, прям поднялся конкретный ветер. Вот. Фу. Так. Ну что, поехали вниз. Ох, красотища. Жаль, что так затянуло все это дело. Не, все-таки есть люди, которые еще поднимаются, то есть, они, видимо, чисто вот на точку приедут. Все, последние метры. Так, мне уже машет, что можно поднимать все это дело. Готовимся к спуску. Выход на парковку. Похоже, что дождь скоро закончится. Ну а пока льет. Уже вот посветлело. Я в итоге отъехал от того места, именно от базы с подъемниками. Нашел немного поровнее площадку, чтобы перекусить. И буду завершать это видео. В общем, по-моему, круто получилось. Поднялись на ледник Сказка, посмотрели, поснимали. Жаль, конечно, что не дошел прям до самой там вот этой верхней точки, но ничего страшного. В общем-то,
а я думаю, что не особо я там что-то потерял. А сейчас мы будем заканчивать этот видос. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, было интересно. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось. Ну, дальше я думаю, что-нибудь еще придумаю, куда-нибудь съезжу. Здесь, в принципе, в Северной Осетии всегда есть куда съездить. Недавно тоже встретил человека, который мне, в общем-то, посоветовал какие-то места, прям накидал буквально там за 5 минут, в общем, посоветовал. И я думаю, что я по ним и поеду в том числе. Следующие выходные, будет погода, я думаю, спланирую поездку там, в зависимости от того, что с погодой будет. Вот, уже вот так вот светло стало. Сейчас дождь закончится, я думаю, как раз поем и спокойно поеду. Может быть, еще куда-нибудь заеду. Ну а на этом, я думаю, все. Спасибо за еще раз за просмотр. Всем пока, до новых видео.